Боже мой! Разве нельзя обернуть свой старый сыр в пищевую пленку? А то мои трусики провоняли этим сыром. Вот понюхай. Нюхай. Понюхал. Отвратительно. Разве нельзя хранить свой сыр, например, на балконе? А почему ты держишь свои трусики в холодильнике? А что? А что? Даже не можешь правильно произнести слово «депозитум». Прошу прощения. Ты произносишь его «депотизум». И? И произносится «депозитум», а не «депотизум». Хуй на ны. Слово оканчивается на «зум», а не на «тум». Слово произносится «депозитум». Хочешь, можем посмотреть в словаре? Иди спать. Ну, конечно, ты же со своим северянином все время занимаешься сексом, так что здесь заснуть совершенно невозможно. А ты что, подслушиваешь? Нет. Подслушиваешь? Нет. Да, подслушиваешь. Можешь съезжать отсюда. Съезжать? Нам вместе не ужиться. Я не привык делить с кем-то кров. То есть... Я что, на каком-то непонятном языке говорю? Ёбаная! Ёбаная кто? Пожалуй, промолчу. Уж договаривай, раз начал. Не буду. Ёбаная! Ёбаная шведская пиздопроушина! Очень хорошо, Рожик. Повтори еще разок. Что? Шведская пиздопроушина. Что ты несешь? Совсем спятила? Смелее. Да что на тебя нашло, мокрощелка? Что ты сказал? Мокрощелка. Здорово, повтори погромче. Мокрощелка. Громче. Мокрощелка. Мокрощелка. Пиздища. Рожек. Да. Выйди. Смотрю, вы уже познакомились друг с другом.